Продолжаем прогулку по славному городу Чикаго. Это Мичиган, авеню. Давайте взглянем наверх. Согласитесь, есть от чего поехать крыше. Я человек, видавший виды, но восторгаюсь до сих пор, потому что все это видено не раз в кино. Вот интересное заведение — Hard Rock Hotel. Плохо видно, потому что телефон у меня русско-китайский. Я, значит, подсел тут на лавочку. Около, естественно, такого буржуйского центра. Взглянем наверх. Вот так вот. Вот вам и Америка. Все вот так вот, вот можно кайфануть. Вот еще так вот. Мы движемся в сторону билдинг Трамп. Тот самый наш российский любимец, президент, будучи еще не президентом, а строил это здание. В конце улицы. Мы его сейчас не видим пока. Вот вокруг толпа пестрая. Можно за 9 долларов взять велик, покататься, если ножки устали. Но с передышечкой мы все-таки добредем до нашей улицы. Так, конечно, все весело, бурлит, кипит. Вот. Друзья наши, наверное, пакистанцы, ставят велики.